Сегодня завершились встречи кандидатов с депутатами районных и городских собраний. Коммуникационной площадкой в Чебоксарах стал столичный ДК «Салют». Напомним, кандидатам необходимо собрать более 260 нотариально заверенных подписей избранников народа, чтобы их зарегистрировали в Центр избиркоме. Муниципальный фильтр появился в стране в 2012 году, когда вернули прямые выборы глав регионов. В законе предусматривается, что все претенденты на высший пост должны заручиться поддержкой муниципалитетов. О том, как прошла встреча в столице республики, в нашем репортаже. Буквально накануне ЦИК Чувашии зарегистрировал еще двух кандидатов, а уже сегодня один из них пришел на встречу, чтобы познакомить депутатов со своей программой. Это Петр Петрянкин. Надо признать, большинство претендентов поддержали инициативу Олега Николаева о введении честной борьбы. Даже критически настроенные приняли участие в работе таких коммуникационных площадок. На счету Николая Степанова, выдвинутого Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, ни одна избирательная кампания. Но таких равных условий, созданных для каждого кандидата, он не припомнит. Другие годы таких встреч не было. И у других кандидатов, кроме действующей главы, таких возможностей не было. Во время встречи с депутатами от них поступали и вопросы. В основном они ставили вопросы, которые касались вот своего района, своей деревни. Это дороги, это вода, это отсутствие врачей. Вот эти проблемы, они были основные. Да еще, ну, конечно, самая главная проблема – это отсутствие работы в сельской местности. Во время таких встреч представители районных и городских собраний могли познакомиться лично с кандидатами, с их предложениями и решить для себя, за кого ставить подпись. Инструмент, который я хотел бы максимально использовать в своей работе и в целом на территории Чувашской республики – это проведение референдума. Чтобы жители самостоятельно могли определить, каким образом им жить, каким образом они видят определенные разные вопросы. Вот в 2008 году достаточно демократично было голосование, проведен референдум по присоединению города Новочебоксарска и города Чебоксары. Можно по-разному к этому относиться, к результату, но тем не менее мы, жители, услышали. К примеру, сейчас очень много вопросов по китайским так называемым инвесторам. И мы можем провести такой референдум. Хотят ли жители Чувашской республики, чтобы наша земля продавалась в собственность иностранным компаниям? В республике безобразный уровень коррупции. Сам я ни в каком виде не признаю, презираю, ненавижу коррупцию. Коррупция – это изъятие народного доверия, это потеря жизненных сил многонационального человеческого народа. После представления программ депутаты получили возможность задать вопросы участникам встречи. Народных избранников интересовало, что знают кандидаты о национальных и региональных проектах, которые сейчас реализуются в республике. Как привлечь в регион инвестиции, снизить уровень бедности. Практика очень интересная. Если в предыдущие годы муниципальный фильтр кандидаты на пост главы Чувашской республики проходили в другом формате, то сейчас формат открытый. Мы как депутаты можем прийти, послушать, выслушать программу каждого. По-моему, очень обстоятельно. Беседы мы воочию можем увидеть, услышать и уже решить, кого поддержать и кого нет. Мне данный формат нравится. Ну, безусловно, это опыт положительный, скорее всего, но одноразовая акция такая, это достаточно мало. Я бы расширил такой опыт до встреч, как минимум ежеквартально, то есть условно руководители фракций в Государственном Совете Чувашской Республики должны иметь такую возможность, что организована площадка, они общаются с депутатами. У нас очень большой разрыв как между законодательным органом, так и между муниципальными собраниями. В Совете муниципальных образований Чувашии считают, что отношение к выборам изменилось. Мы много участвовали в выборных кампаниях разных и проходили разные этапы. Но вот создание равных условий для всех кандидатов на этапе муниципального фильтра – это первое. Второе – возможность депутатам без давления самим определиться, ознакомившись с программами, выслушав ответы наших уважаемых кандидатов, которые выдвинут на сегодняшний день, самим решить, за кого они будут в дальнейшем, кому дадут, ну так скажем, свои голоса на этапе прохождения муниципального фильтра. До 24 июля выдвинутым кандидатам необходимо собрать 263 подписи депутатов муниципальных собраний, а самовыдвиженцам представить в ЦИК Чувашии еще и 4,5 тысячи подписей сторонников. Конечно, не все кандидаты
кандидаты дойдут до дня голосования. Но уже сейчас понятно, что оставшихся ждет честная борьба без использования грязных предвыборных технологий. Татьяна Иванова, Андрей Спиридонов, Республика.